Сегодня в меню – запеченные яблоки. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Яблоки 3-4 штуки. Сахар 2 столовые ложки. Орехи 1/4 стакана. Корица 1 чайная ложка. Сливочное масло 20 грамм. Варенье смородиновое 1 столовая ложка. Запекать яблоки можно с разными начинками. Сахаром, медом, орешками, творогом, ягодами и тому подобное. Сегодня запеченные яблоки с орехами и ароматным вареньем. Разогрейте духовку до 190 градусов. Вымойте яблоки. Удалите у яблок сердцевину с помощью ножа или специального бура. Удалите семена с помощью чайной ложки. В небольшой посуде соедините сахар, корицу, варенье, измельченные орехи. Выложите яблоки в форму для выпечки и заправьте сердцевину сахарной смесью. Сверху положите по кусочку сливочного масла. Выпекайте в разогретой духовке около 30-40 минут. Запеченные яблоки – простой, но очень вкусный десерт. Мне он нравится прежде всего за то, что из минимального набора продуктов можно приготовить вкусное лакомство. Тем более, что на подготовку продуктов уйдет всего 5 минут. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом рецепте друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!